Сегодня у нас 22 июня 2016 года. Это когда Гитлер напал на СССР. Вот. Памятная такая дата. Вот я пришел, у меня там на картошке дети остались. Я быстро пришел тут. Мне надо сейчас хлеб ставить в печь и обратно к ним вернуться. Вот они там сидят на отдыхе. Вот я захожу, а тут гость пришел к нам. Ёжик. Вот он красавец. Сейчас я его высвечу. Вот он сидит. Ест, кушает. Нам приходят кошечки, едят. Вот мой хлебушек уже. Вот-вот скоро ставить надо будет уже. Доспевает. Вот так вот. Давай, все дышащее да хвалит Господа, ёжик. А вон там гальянчики плавают. Никита Андреевич Колесников поймал с утра 6 штук. Улов, конечно, маленький, но что Господь дает. Вот он, тоже нуждается в пище. Есть ёжик. Ёжик. Вот как ему вкусно каша. Каша рисовая, на молочке. Вкусно. Кошечки не доели, а он сейчас ест. Вот сейчас видно, кто чашечку частенько опрокидывает. Приходишь, а уже чашечки сыра или опрокинутая еда. Вот он, кто виновник этого. Ему так удобно. Залез передними лапами и ест. Ёжик. В том году к нам ёжики приходили тоже. У нас специальное отверстие сделано вот для кошек. Он там виднеется. Вот. Ну и ёжик задним пользуется этим моментом. Тоже. Ну, вот так вот. Слава Богу. Сейчас покажу печь у меня. Печь тоже. Вот лагерь такой вот пустой, без ребятишек. Вот. А здесь у меня пекарня. Здесь я вот хлебушек у меня готовится. Это я заложил кирпичами специально, чтобы разложил жар там, разровнял по всей печи. Вот специально. Сейчас я, может, покажу. Тут у меня кирпичи. Вот они стоят. Кирпичи. Можно было бы заслонкой железной, но кирпичи лучше. Они так жар в них остается. Вон, сейчас я, может, высвечу. Может, угольки не видно будет, но так вот угольки у меня. Вот они виднеются, красненькие. Все, вот так прогревается. И потом только я минут через 10-15 засаживаю хлеб. Учищаю все от всех углей. В основном. Вот. Хлебушек около часа сидит в печи. Примерно в среднем час. Бывает меньше, бывает чуть больше, если плохо прогрею. Ну вот, и птички тут, воробушки, радуются жизни. У них тоже свои заботы. Вот он перышки почесал. О, клюй почистил. Вот он какой. Как ему хорошо-то на столе на нашем.
Все дышащее да хвалит Господа, воровушек. Вот он красавец, он предсказал. Вот она бежит. Какая быстрая, не успеешь за ней. О, тоже Господа славит. У Господа все чудно, все творение его. Не стоит на одном месте. Вся в заботах. Ну вот так вот. Движение — это жизнь. Вот он на столе посидел, сейчас тут на крыше. То ли вид создает, что он что-то делает, то ли на самом деле очищается. Там вот гнездо. То ли в сороки, то ли кого оно там. Ну вот так вот. Слава Богу за все. Слава Христу!